В эфире телеканала «Самара ГИС» при своем мнении Инга Пенер. Здравствуйте. Неразгаданный сфинкс. И 2 месяца не прошло с того момента, как я рассказывала о злополучном доме на Чернореченской, что ославился на всю Самару. Напомню, новостройка начала стремительно разрушаться. В марте здесь случился камнепад. Облицовка рухнула средь бела дня. И как никто не пострадал, чудо, да и только. Дом, который сейчас пытаются реанимировать на бюджетные деньги, и который признан аварийным, строила в 90-е компания «Сфинкс». Она возвела в Самаре порядка десятка домов, до сих пор существует на рынке. И вот на днях вновь оказалась в эпицентре скандала с привкусом дежавю. Теперь проклятие на голову строителей шлют жители Ташкентской 186А. С компанией «Сфинкс» они в состоянии перманентной войны уже не первый год. И вот, отчаявшись, бросились в атаку. Пришли на прием к мэру Самары Дмитрию Азарову с просьбой срочно вмешаться. Иначе их высотка вполне может повторить судьбу злосчастного дома на Чернореченской. Дождь, снег, все осадки в стену проникают. Стена уже от оси стала наклоняться. Мы пригласили эксперта, с нас запросили 200 тысяч. Но он сказал, что нужно разбирать дом до 13 этажа, стены. Ташкентская 186А – это дом-ставка между панельными многоэтажками. По строительным меркам – сущий младенец. Правда, точный возраст высотки назвать невозможно, ее день рождения не раз откладывался. Возвести дом должны были еще в 2002 году. Впрочем, работы, не законченные по сей день. Дольщики расхлебывают последствия. На самом деле, вот в этой комнате ремонт делался 3 раза. Мы пытались избавляться от грибка, когда у нас потекла. Ну, вот видно грибок по стене идет. Видно, вот как он проявляется здесь. Если честно, руки уже опускаются что-то делать. Реально 3 раза перештукатуривали стены. Ну, откосы, естественно, все посыпались. Двухуровневая квартира, роскошный вид из окна, почти элитное жилье, если бы не тазики на окнах. Александр Иванов, житель верхнего этажа, сюда с семьей переехал, когда дети его еще в 1 класс ходили, с тех пор сыновья выросли, а в квартире даже обои не поклеили. А какой смысл, если крыша течет? Здесь и специалистам не надо быть, улицу сквозь щели видно. Тут даже не надо ничего говорить, тут можно вот пару кадров сделать, вот где свет видно насквозь, якобы крышу. И во всех вот этих вот примыканиях, недоделки, негерметичность, все это течет на кладку. По кладке это течет внутрь стены, протекает весной. Здесь уровень воды, ну, 1,3 сантиметра. Вот по порожке вот этих вот дверей, вот которые здесь. Очень долго приходится воду вычерпывать отсюда. Верхний этаж заливает, угловые квартиры мерзнут. Многие жители начали сами утеплять стены. Но вот что делать с этими трещинами в перекрытиях? Если вот отсюда вот посмотрите, значит, здесь мы видим, что как неровно положены плиты перекрытий и какие между ними существуют большие щели. Вот. Они должны быть утеплены минимум 100-м пенопластом. Дети иногда бегают в валенках зимой, потому что полы ледяные, просто ледник. От холода и сырости здесь тоже полез грибок. По стенам уже пошло. Вот, видите, черное. Близко поставить мебель нельзя, картины повесить нельзя, ничего нельзя. И вот этот угол, вот он уже облезает. Зимой температура квартиры Валентины Шумковой не поднимала свыше 10-14 градусов. Ее муж, инвалид 1-й группы, прикованный к креслу, в собственном доме вообще оказался в ледяной блокаде. Еще недавно здесь не было лифта. Строители не позаботились о таких мелочах. Чтобы посмотреть то, что было на самом деле, вот можно камеру наверх поднять и вот посмотреть, вот в каком состоянии было нам все это сдано. Деньги не собирали, здесь просто договорились на общем собрании, что каждый за свой счет делает. Но, в принципе, я так экономический анализ делала. В районе 4,5–5 миллионов у нас ушло еще раз, вот, чтобы сделать все вот эти вот лифтовые холлы. Кое-где даже не было электропроводки. В лучшем случае окна были вставлены, да, которые не выдерживали никакой критики. Не было ни крыши, не было ни отопления, водоснабжения, электричества. Утепления не было, оно так и не сделано.
Лестничные пролеты с щелями, открытой электропроводкой, до сих пор черновой отделки. Не работает в доме пожарная сигнализация, которую сфинкс так и не доделал, нет вытяжки из подвала. На стенах образуется конденсат, отсутствуют элементарные отмостки, к дому даже дороги нет. Есть лишь каменистое направление, в демисезонье превращающееся в болото. Нам, женщинам, на каблуках идти невозможно, то есть вот неровная арка. А здесь мы тоже щебнем отсыпали, нанимали погрузчиков, которые разравнивали бы этот асфальт. Вот посмотрите, чтобы парковать машину, ну вот покупают полый асфальт какими-то плиточками, выкладывают, потому что сезон дождей, таяния снега, здесь невозможно просто пешком ходить без резиновых сапог. Я не знаю, как в Гондурасе, но вот этот местный Гондурас. По проекту у нас либо вот эта дорога на Московское шоссе, въезд должен быть открыт, либо вот по Зое Космодемьянской. Ну, мы вот сейчас видим там помойку, несанкционированный установленный гараж. И не дай бог в нашем доме, в какой-то квартире возникнет пожар, люди заживо будут из дома, из квартир своих выпрыгивать. Люди оказались в тупике. Для наведения порядка нужны 25 миллионов рублей. Таких денег у дольщиков нет. С другой стороны, за все недоработки ТСЖ бесконечно штрафуют. Тем самым тоже ставя его на грань банкротства. Застройщика же взятки гладкие. Он еще пару лет назад умыл руки. Сравнительно честным способом ему удалось сдать недодел в эксплуатацию. Через суд мэрию обязали выдать постановление. С иском обратилась жительница дома. Дольщики, которые обо всем узнали только через полгода, подозревают заговор. Ведь сбыть дом с рук было крайне выгодно именно сфинксу. Теперь спасение дома – головная боль его жителей, для которых новоселье и так слишком дорого обошлось. Ведь первые проблемы здесь, на Ташкентской, начались еще в далеком 2002 году, когда людей поставили перед фактом. Один из застройщиков, партнер сфинкса, фирма «Вариант», первой покинула тонущий корабль. Жильцы остались на улице, потому что многие продали свои единственные квартиры, продали автомобили. Это были единственные накопленные средства для многих. И люди остались на улице. У всех паника, и обратились к сфинксу. Он пригрозил, что в случае, если вы начнете подавать иски о требовании застройки либо возврате денег, я уйду в процедуру банкротства. Но люди слушать не стали. На протяжении 4 лет шли суды, обращались, выносились решения о взыскании, о достройке, но решения не исполнялись, поскольку у сфинкса нет денежных средств для исполнения номинально на бумаге. По факту есть, поскольку сфинкс продолжает свою строительную деятельность на территории города. Он продолжает обманывать людей, потому что ни один свой строительный объект до разрешения на ввода объекта в эксплуатацию он не довел. Все были брошены и вводились административным путем в эксплуатацию, либо через суд, либо как обманутые дольщики. Чтобы не оказаться на улице, дольщики согласились пойти на сделку, предложенную сфинксом. Заключили договора займа. Собрали порядка 6 миллионов рублей на достройку дома. Многие влезли в кредиты, которые выплачивают по сей день. Но деньги людям не вернули, хоть обещали это сделать еще в 2010-м, продав площадку в овраге подпольщиков. Не выплатил он эти деньги никому, понимаете? Вот эту многомиллионную площадку он продал, значит, генеральному директору «Трансгруз» за 10 тысяч рублей. За 10 тысяч рублей. Просто также узнали из средств массовой информации, что застройщик продолжает строиться. То есть, получается, он эти деньги изъял у нас, перекинул в другую строительную площадку и так далее, и так далее. Обманывая шаг за шагом вот просто самарских жителей. Нас кинули, как бы не полностью, но кинули. Это новая фишка у нас в России. Полуобманутые дольщики. Да, да, вот недоделанные. И даже решение суда оказалось для сфинкса не указ. По словам дольщиков, в качестве компенсации строители им предложили разбитые унитазы. Мол, откуда взять деньги, если мы сами чуть ли не банкроты? Коммерсанты и впрямь подготовились к такому развитию событий. Офис конторы, хоть и в центре города, Ленинградская 2, этот дом, кстати, тоже сфинкс строил, но попробуй его найти. Неприметная дверь в подворотне, ни таблички, ни другого опознавательного знака. Вот страшилки. В пустом офисе только секретарь. Смотри, и вы пойдете в кадр. Меня-то зачем? И сам генеральный директор Яков Колесников. Мы тут срочно эвакуируемся, он все в коробках, все в ящиках тут. Бизнесмен принял нас дружелюбно, словоохотливо рассказав о себе и о золотых временах компании.
Так, ребята, что еще хотите увидеть? А вы сами как по образованию строитель? Нет, я не строитель, я механик. Радиомеханик. Как же у вас строительство-то? Судьба? Времена такие были. И про то, как они сами стали жертвами недобросовестных партнеров. Сфинкс здесь не самый крайний в этой ситуации. Нас обманули и вариант, и нас тоже вот в части ввода в эксплуатацию нас тоже обманули. Конечно, обманули. В результате этой ситуации мы понесли вот эти непредвиденные затраты. Договора долевого участия кто заключал с людьми? Вариант или вы? Согласно нашим договорам с вариантом, договора на нашей секции заключали мы. Ну так получается, деньги брали вы, значит, вы должны были выполнять эти обязательства, правильно? Деньги мы брали. Мы договора долевого участия заключали мы. Но строить мы не могли, поскольку мы действовали по договору с вариантом. А главным застройщиком был вариант. И варианта сейчас физически нет? Нет. Ну что ж, хитроумный план. Фирма «Вариант» уже лет 10 как канула в лету. И вроде бы претензии предъявлять некому. А вот вам еще одна схема. Ответ на вопрос, почему «Сфинкс» не собирается отдавать деньги, взятые у дольщиков в долг. В договорах займа мы все строго расписали, что мы к этим деньгам отношения не имеем. То есть эти средства... дольщики сами оплачивают за компанию «Сфинкс». Ну, вы все равно же брали за Нет, эти деньги? Нет, мы их не брали. Этих денег реальных не было. Мы их не брали. Там была разработана схема. В договоре займа было сказано, что займ берется для завершения ввода дома в эксплуатацию. Поскольку дом в эксплуатацию так и не был введен, поэтому средства эти и не возвращались. Мы на кровлю собирали деньги, находили подрядчиков гораздо дешевле, в два раза. Но «Сфинкс» говорил, ваши подрядчики это делать не будут, это будут делать именно мои подрядчики, так как я собираюсь в будущем сдать дом в эксплуатацию. А потом мы подъезжали к этим людям, они говорят, как нам вас жалко. Вы на свои деньги повторно вкладываете, и еще мы этим людям выплачиваем откаты. В чем суть. Вот обидно, как на нас наживался этот застройщик. Мы несем совершенно непредвиденные затраты. Мы их только не кормим людей. Мы за тепло платим мы, за охрану платим мы, за электричество платим мы, потому что дом не введен в эксплуатацию. Эти расходы ежедневные. Они каждый день капают. Все затраты легли практически на застройщика, так называемого. Так называемый застройщик отказывается признавать свои недоработки. Мол, если крыша течет и грибок на стенах, это значит здание эксплуатируют неправильно. Яков Колесников уверяет, они всегда все делали на совести. То, что дома разваливаются, как та же аварийная высотка на Чернореченской, так это сами жители виноваты. Это уже другая тема. Это надо отдельно договариваться о встрече, это другая тема уже. Там трудно, я сейчас про Чернореченскую сложнее, потому что это тоже произошло тоже неожиданно. Это общая проблема сейчас, она такая общая для всех. Это вопросы эксплуатации дома, раз. И второе, это беспредел собственников помещений. Потому что я помню, когда этот дом был построен уже, мы там воевали с одним собственником, который закрылся, купил две квартиры и снес все несущие перегородки в квартире. Там все-таки паркинг, в котором там люди мыли машины, водичка течет, она куда-то затекает. Понятно, что толочь воду в ступе можно до бесконечности. Здесь нужно волевое решение. И, похоже, оно уже принято. Для членов ТСЖ с Ташкентской, побывавших на приеме Дмитрия Азарова, уже забрезжил свет в конце тоннеля. Мэр предложил план спасения дома. Мы сегодня должны с вами создать условия, чтобы этот застройщик, который обманывал людей на протяжении многих лет, когда вы должны были жилье получить? В 2002 году. В 2002 году. Да? 10 лет они ждали своего жилья. Вот мы, введя в эксплуатацию дом, надо было автоматом сразу вместе с ТСЖ судиться с этими замечательными людьми. У нас этот «Сфинкс» строит сейчас что-нибудь в городе? Останавливайте все стройки под любыми предлогами. И говорю в присутствии журналистов, останавливайте, пока этот вопрос не будет решен. Какие варианты? Я тогда исполнил решение суда, мы ввели дом в эксплуатацию. Сейчас взять в связи с выявленными нарушениями, вместе комиссионно с ТСЖ, возможно, все это заактировать и это разрешение отменить. Помогать будем совершенно однозначно.
У меня есть очень, поверьте, большое желание всех недобросовестных предпринимателей на место поставить. Честно говоря, у нас надежда только на Азарова Дмитрия Игоревича. Я впервые вот была на такой встрече и была приятно удивлена. Мне он показался таким объективным, справедливым человеком. Вот. Там присутствовала комиссия, которой он непосредственно уже на заседании дал распоряжение. В ближайшее время мы ее ждем, что Дмитрий Игоревич нас пригласит. Там будут органы прокуратуры уже привлечены, потому что мы усматриваем, как это мошенничество, просто дважды обмануть людей и продолжать это делать. Сейчас завод «Сфинкс» он старается обанкротиться. А если отменить постановление о вводе в эксплуатацию? Ну, ради бога. То есть вы готовы взять на себя финансовые обязательства по проведению? Конечно. Нет, конечно. А как же тогда быть? А кто будет тогда за все платить? Опять люди? Нет. А кто должен? Ну, вы же знаете, сейчас, если решение о вводе в эксплуатацию отменяется, дом включается в перечень проблемных домов, есть межведомственная комиссия. У нас же сколько сейчас обманутых дольщиков? Нам говорят, что их количество сокращается, значит, количество их прибавится. Значит, из-за несовершенства действующего законодательства дом в эксплуатацию не введен. У меня даже есть письмо от них, что это несовершенство законодательства. В принципе, если законодательство было совершенно, вот этой ситуации бы не было. Но это люди он так бы считает, да, может быть, да? Люди бы сидели там, где положено, и делали то, что положено, на благо народного хозяйства. Не исключен и такой вариант, если прокуратура и впрямь подключится к расследованию. Так что развитие событий вокруг дома на Ташкентской обещает быть увлекательным. Продолжение следует. А на сегодня пока все. Пишите, звоните, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.